Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манохарам Ванча Калпатару Вашаке Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирин Ятки Патамаханг Ванди Парама Ананда Мадо Бриндави Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Шатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранча Ива Нараттама Девин Сарасвати Васам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Кату Падеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитатихам Панутопал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Ратиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Беспуриджи Токимапика Бхагавадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сару Муртихи Сарадхи Камай Кадам Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Ютакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Матару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Ютакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Матару Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пади Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Нараанам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусва Бадане
Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасясти Дай Самбихи Пам Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Сансар Синду Таране Хидаян Джади Сад Санкитанамритарасе Рамате Маноште Премахам Будхау Вихаране Джади Читта Бити Чайтанна Чанда Чаране Курутану Рагам Чайтанна Чанда Чаране Курутану Рагам Сансар Синду Тваране Хидаям Джади Сад Санкитанамритарасе Рамате Маноште Премахам Будхау Вихаране Джади Читта Бити Чайтанна Чанда Чаране Курутану Рагам Чайтанна Чанда Чаране Курутану Рагам Гаурия Гоштхипати Гаурия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такой Прабхупада Джагадгуру сказал: что материальный мир — место проверки, нас, то место, где проверяют нас с вами. Болезненные проверки, болью. Те, кто смогут выжить, а выжить сможет сильнейший, будет развиваться. А те, кто провалят эту проверку, не смогут двигаться вперед. Выживает сильнейший. Прабхупад говорил, что живя в материальном мире, мы сталкиваемся с различными проблемами. Проблемы могут возникнуть в нашей жизни, потому что этот мир материален. Но если мы не справимся с ними, если мы прогнемся под них, мы не достигнем успеха. Проблемы могут приходить, но целью нашей не должно быть стремление к счастью, к удовлетворению, то есть имеется в виду к спокойному наслаждению материей. То есть мы думаем, что сейчас мы все время строим планы, что сейчас мы преодолеем проблемы и будем счастливо жить. Прабхупада сказал, что мыслящие таким образом не могут считаться разумными. Бесчисленные проблемы приходят к нам для того, чтобы мы поняли, что они в действительности не нужны. Смысла в них нет. Мы не занимаемся нашим бхаджаном, а решаем лишь эти проблемы. Эти проблемы и даны для того, чтобы мы осознали, что жизнь не вечна, что она может оборваться в любой момент, что она абсолютно нестабильна. Ваши сбережения, накопления, банковские счета, страховки не смогут вам помочь. Вот если вы застрахуете себя, получите ногу, сломаете, получите деньги, но в действительности, по большому счету, все это бессмысленно.
Вы можете задать вопрос. У нас столько родственников, и постоянно с ними что-то происходит. То кто-то заболевает, то дети заболевают, то еще что-то подобное происходит. Когда нам совершать баджан? Лучше я сейчас разрешу материальные проблемы, решу, то есть примирюсь, там, решу конфликты, затем выдам замуж свою дочь, а затем спокойно займусь баджаном. Такие планы бесполезны. Я знаю так много людей, которые постоянно планируют то, как в будущем они будут совершать баджан. Но суть в том, что как только они решают одну проблему, сразу же на очереди встает другая. Выдал замуж дочь, потом дочь беременна, ей нужно рожать, потом внука нужно устраивать ему церемонию первыми, кормление первыми бобовыми. То есть постоянно, постоянно. И эти материальные вещи не оставят вас. Материальные проблемы вас не оставят. Пока вы не начнете, то есть вы должны воспринимать эти проблемы как что-то позитивное, поскольку они толкают вас совершать баджан. Например, вы хотите принять омовение, допустим, в Пуре, в океане, но вы боитесь, потому что в океане очень много волн, сильные волны. Я сижу на берегу океана и жду, когда они прекратятся, эти волны. Но волны никогда не прекратятся, потому что это океан. Волны в океане постоянные. Если вы хотите принять омовение, поплавать в океане, надо пойти на риски. Вам придется столкнуться с волнами. И точно так же работает материальный океан, в котором мы сейчас находимся. Проблемы наплывают на нас, но мы должны твердо решить, что мы будем совершать баджан. У нас очень много привязанностей к нашим родственникам, к детям и так далее. Но мы должны избавляться от этих привязанностей. Одна с другой мы должны оставить их. Мы пришли в этот мир с пустыми руками. Руки были сомкнуты в кулаки. И с плачем пришли мы в этот мир. А когда мы покидаем этот мир, мы не можем забрать с собой даже иголку. Уходим полностью с пустыми руками. И в процессе жизни, в течение времени мы сталкиваемся с проблемами и рыдаем. Когда мы что-то теряем, когда мы теряем деньги. Но задайтесь, Кришна говорит на это, разве ты принес с собой что-то? Разве ты что-то принес с собой? Все, что ты получил, я дал тебе. Когда ты будешь уходить, тебе придется оставить все. Ты уйдешь с пустыми руками. Поэтому все, что происходило, все, что происходит и все, что будет происходить, на благо тебе, все это благоприятно для тебя. Примите такое умонастроение, такое мышление. Если вы будете мыслить таким образом, у вас будет сила совершать харибаджан, заниматься духовной практикой. А совершать духовную практику, совершать баджан крайне сложно. Лишь самые разумные могут, способны на это. Прабхупад
Прабхупад часто рассказывал одну историю. Это санскритские стихи, которые сейчас будут переведены. Прабхупад рассказывал эту историю, смеялся. Жил-был один царь, но он совершенно не интересовался, что происходит в его стране. Точнее, не совсем так. Он никогда лично не ходил и... У царя есть много подданных, которые выясняют, что где происходит в разных частях его страны. И таким образом он в курсе. Его посланники, его подданные узнают, затем передают это царю, и царь вместе со своими министрами принимает решение, как разрешить ту или иную проблему. В 2 часа он мог разбудить министров, созвать весь свой совет в 2 часа ночи. И так однажды произошло. Он собрал всех своих подданных, все сели и стали размышлять, что делать. То есть проблема какая-то возникла с близлежащей страной. Раджа выслушал. То есть суть в том, что царь знает, что где происходит, он смотрит ушами, он слышит своих, послания своих подданных. Таков даршан царя. Если в жизни какого-то мудреца происходят проблемы, например, как в случае с Гокарнаджи, он... со здравым рассудком пытается разрешить эту проблему. Вы знаете также о Чанакье? Чанакья был одним из разумнейших людей этого мира. То есть разумный пандит здраво размышляет, задействуя свой разум. Он принимает решение, оценивая все обстоятельства, прибегает к интеллекту, чтобы разрешить проблемы. Но мы опираемся на наши глаза и на наши уши. Как я вам уже... Но что мы можем увидеть этими глазами? Лишь мочу испражнения. Я вам недавно рассказывала историю, как одни преданные пришли к Гуру Махараджу и рассказали, что они увидели во Вриндаване. Они сказали, что увидели там одни испражнения, одну грязь, чрезвычайную жару и так далее. И еще Гуру Махарадж ответил, именно поэтому таким, как вы, и запрещено посещать Вриндаван. Я, конечно, знаю, что никто меня не послушается, но в действительности обусловленным душам запрещено посещать Вриндаван. Потому что что вы можете увидеть глазами? Знаете Сваруп Гасая, близкий спутник Махапрабху? Он никогда не посещал, никогда не видел Вриндавана. За всю свою жизнь он ни разу не посетил Вриндаван. Тем не менее, он написал Вриндаван Шатаку. Описание восхищения Вриндаваном — это совершенное произведение.
поразительное произведение. Хотя он никогда не был во Вриндаване, он написал подобное, потому что он вечный спутник Радхарани, вечный Браджаваси. Но если я вас попрошу что-нибудь описать, то, что вы никогда не видели, например, опишите Гималаи, а вы никогда их не видели, вы не сможете этого сделать. В действительности, святые, саду, обладают третьим глазом, и он гораздо более могущественнее, чем наши два глаза, потому что этот третий глаз помогает узреть все таким, как оно есть. А материальные глаза видят лишь недостатки, дефекты окружающего. Именно поэтому мы должны развивать вот этот самый третий глаз. И тогда, по милости Нитянанды, мы сможем увидеть по-настоящему Дхамму. Таким образом, царь при помощи ушей, при помощи своего слуха понимал, что где происходит в царстве, в его царстве. И здравым рассудком, разумом, холодным разумом принимал решение, взвесив все обстоятельства. Но как делает выводы животное? По запаху. Тигр понимает, что рядом человек, чуя запах человека. Он чувствует, у него его чутье очень тонко, и он на запах идет и в конце концов находит человека. Однажды человека в лесу убили, и полицейские пытались найти тело, найти этого человека, и только собака смогла его отыскать по запаху спустя двое суток. Собака обладает таким тонким чутьем, что может вычислить весь маршрут человека, которого убили. То есть она чувствует, где он был по запаху. И где-то в Европе собака зарабатывает больше, чем какой-то человек на хорошей работе. То есть собака зарабатывает больше. Натренированная собака. Поэтому нечего гордиться своей работой, своим заработком. Но глупцы, видя все глазами, не могут сделать никаких выводов. Они смотрят и не понимают, что происходит, что происходит. Их мозг не работает должным образом. Они не понимают, что в действительности вокруг происходит. Когда уже все потеряно, они погружены в проблемы, они все не понимают, что они на самом дне, они не понимают, они думают, что все у них в порядке. И такие люди не смогут совершать баджан. Я могу привести несколько доказательств тому, что материальная жизнь плачевна, то есть имеется в виду, что она однажды демоны атаковали Индру, как я уже рассказывал, он убежал, он был вынужден сбежать, позорно сбежать с райских планет, оставив там свою жену. Поэтому Прабхупада говорил, что нет настоящей любви в этом мире. Кажется, что любовь настоящая. Прабхупада приводил примеры Лала Манджну, Най Дамаянти. Это знаменитые образцы
нравственной любви в Индии. Но Прабхупад объяснял, что они все равно не была чиста их любовь. Чистая любовь возможна лишь с чистыми преданными, со святыми, с Бхагаваном. Как бы в материальном мире ни казалась любовь чиста, она обладает лимитами, границами. То есть у нее есть свои границы, и осквернение в ней все равно есть до определенной степени. От Шрилы Бхактивиджана Бхарати Госвами Махарадж я слышал одну очень смешную историю. Он рассказывал, как в Хайдарабаде, это находится где-то на середине, посередине Индии. Я также посещал там храм Шрилы Бхактивиджана Мадхава Госвами Махараджа. И Бхарати Махарадж часто туда ездил. Однажды он сказал, меня пригласил к себе в дом очень богатый человек. Очень богатый человек. Чтобы я рассказал там Харикатху в его доме. Когда приехал к нему, я увидел 3-4 близстоящих здания с одними и теми же абсолютно одинаковые. Внутри был тот же самый дизайн, все было одного и того же цвета, все абсолютно одинаково. Я удивился, почему бы ему было не сделать их разными. Но потом я узнал причину. Для того, чтобы ввести заблуждение воров. Есть один очень влиятельный мусульманин, который является террористом на международном уровне. И я не хочу произносить его имя, чтобы не оскверниться. Его многие хотели поймать, Америка и так далее. Когда, каждый раз, когда его ловили, оказывалось, что это его двойник, но не он. В конце концов, его убили. В Южной Индии, в лесу Чандана, там, где растут, то есть в лесу Чандана, жил какой-то разбойник, террорист, и он построил себе целое царство под землей, его пытались найти, но все безуспешно, в конце концов его поймали. И Бхарати Махарадж рассказывал, что этот человек захотел, он выдал своих дочерей замуж, одного за австралийца, другого за американца. И уже было его, ему и его жене было уже много лет, 75 или что-то подобное. Но, тем не менее, между ними была очень глубокая любовь. Они очень любили друг друга. Они
защищали друг друга. Однажды они подумали, что мы уже давно не путешествовали. И они решили поехать в какое-нибудь святое место на паломничество. Они упаковали вещи. И муж спрашивает: ты взяла вот это? Да, взяла. Ты, а то не забыла? Нет, не забыла, все взяла. Они прибыли на вокзал в Хайдарабаде, сели в поезд высшего класса. У них было отдельное купе, чтобы никто их не беспокоил. И поезд уже должен был тронуться. За 5 минут до отбытия поезда у него произошел инфаркт. Позвали доктора. Все закричали, доктор посмотрел, осмотрел его, сказал, он умер. И таким образом они сошли с поезда, то есть его снесли с поезда, стали звонить родственникам, чтобы забрали тело. И родственники предложили, сначала нужно отвезти его тело домой. Но жена сказала: нет, он там все испачкает, лучше у него там вирус может какой-нибудь развиться. Давайте-ка напрямую его в крематорий отвезем. Посмотрите, всего 10 минут назад они так, казалось, любили друг друга, а теперь родственники предлагают домой отвезти тело туда, где он жил долго. Она боится заразиться от него. Посмотрите, вот такова любовь ваша. Но вы так все равно глупы, что вы так привлекаетесь этой любовью. А там ничего, там пустота. Нет никакой любви, только эгоизм. Я сегодня, завтра постараюсь объяснить, что такое настоящая любовь. Любовь к святой обители, к преданным, к Кришне, Гирирадж Говардхану, к Ямуне. Вот это и есть настоящая любовь. То есть все ваши жизненные концепции абсолютно непрактичны, абсолютно неправильные. Я хочу направить вас в правильном направлении, но вы не слушаете. Если вы полюбите Дхамму, если вы осознаете ее сварупу, ее подлинный облик, ваша парикрама будет успешной. Но не понимая, что из себя представляет Дхамма, если вы вслепую пойдете без руководства чистого преданного, парикрама успешной не будет. Помимо всего, я думаю, что парикрама в огромной группе преданных, так, например, там 2000, я думаю, она не может быть принести то благо, которое должна принести парикрама. Однажды я был на Говардхане, то есть я посетил разные места во Врадже. Сейчас у меня нет уже времени совершать парикраму, тем не менее я постоянно вспоминаю все эти места в моей памяти. Я не потерял из памяти
яркие представления о этих святых местах. Я очень хорошо помню, как, что со мной было, когда я там совершал парикраму. Я могу все вам в деталях рассказать, как Браджаваси меня встречали, как они кормили меня. Если вы посмотрите, тут живет много людей, которые курят, которые ведут нехороший образ жизни. Тем не менее, я хочу продолжать жить здесь. Жить здесь, потому что здесь Гауранга Махапрабху являл свои лилы. Гурудев, поет Бхактивинода Тхакур, ты так милостив, ты даровал мне возможность жить в Святой Дхаме. Ты дал мне наставление жить на Гадруме и успевать здесь святые имена, потому что это место высшего, то есть это место, выдающееся среди святых мест, место баджана. Ты дал мне наставление жить здесь, но как полюбить Дхаму? Это невозможно сделать силой. Вы любите свою жену, любите детей, потому что вы понимаете ценность детей. Вы заботитесь о своих деньгах, потому что вы понимаете их ценность. Вы держите в сохранности свои драгоценности, потому что также понимаете цену им. Но вы не понимаете ценность Бхагавана. Не понимаете ценность преданных. Вы, хотя и практикуете, но не обладаете любовью, потому что будь у вас глубокое... Потому что если у меня есть по-настоящему глубокая любовь к моему духовному учителю, не может быть такого, что я не достигну успеха. Например, с другой стороны Гирирадж Махараджа, Говардана, находится Чандра Саровара, когда мы будем совершать парикраму, я расскажу о нем. Сейчас я расскажу немного о другом. 3-4 года назад еще там жил Сурдас, один очень старший бабаджи. Он был слеп, как я уже рассказывал, и он постоянно совершал киртан. И он составлял киртаны прямо в уме. То есть киртан исходил из него, новый киртан, и он пел. Он не мог писать, потому что был слеп. Тем не менее, он пел, а кто-то записывал. Замечательные киртаны. Он ежедневно, как я уже рассказывал, посещал божество Шринаджи. Будь то проливной дождь на улице или что бы то ни было еще, ничто не могло остановить его. Ничто не могло препятствовать его встрече со Шринаджи, с божеством. Он ходил туда, к нему, и пел киртан. Подыгрывая себе на музыкальном инструменте, струнном музыкальном инструменте. А Шринаджи Махарадж
садился напротив него, сам Бхагаван садилась напротив него и слушал. Вы понимаете, какой он преданный был? Что этим сказать? Я хочу показать, насколько он был привязан к Шринаджи и Киртан Севе. То есть имеется в виду, прежде всего, его привязанность к Шринаджи проявлялась через его Киртан Севу, через привязанность к Дхаме. Санатана, Рупа, Джива Госвами Пат, Рагунада с Гасай вели такой же образ жизни. Они жили и не знали, будет ли просад сегодня, потому что они полностью посвятили свою жизнь Вриндавану и Кришне. Необходимо петь киртаны, петь баджаны. Если я не завершу в день свои обязанности, я не могу ложиться спать, свои духовные обязанности не до конца повторил Харинам. Я, прежде чем лечь спать, я обязан закончить свои круги, я обязан рассказать Харикатху столько, сколько я обязался, и только потом я могу ложиться спать. Но мы должны, суть в том, что мы должны принимать как свой идеал возвышенную личность. Мой идеал — это Шрила Прабхупада, мой идеал — это Шрила Бхакти Праман Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж. Если я совершу какую-то ошибку, они побьют меня дандой. Я это твердо знаю, поэтому я очень осторожен. Так вот, этот самый преданный оставил тело, когда ему было 125 лет. Я уже рассказывал, как Сурдаджи упал в колодец, и Кришна сам достал его. Он там в колодце закричал «Кришна!» И Кришна в ту же секунду достал его оттуда. Взял за руку и достал. И он был в облике мальчика. Но Бабаджи Махарадж понял, Сурдас понял, что это Кришна. Он схватил его так, что тот не мог увернуться. И сказал: «Ты Кришна, Кришна!» «Нет, я обычный мальчик, отпусти меня, я просто помог тебе вылезти». «Нет, ты Кришна». Он схватил его, не отпускал, держал его. И Кришна подумал: «О, это проблема, как мне убежать?» И в конце концов он как-то силой тряхнул рукой, и рука выскользнула, и он убежал. Сардаджи сказал ему вдогонку: «Ты думаешь, что ты очень... То есть ты можешь убежать от меня, потому что ты сильный.
Но если ты сможешь убежать из моего сердца, вот тогда я пойму, что ты по-настоящему силен. Но Кришна не сможет никогда выбраться, убежать из сердца своего преданного. Потому что он сам говорит, что я живу в сердце своего преданного. Говинда отдыхает в сердце своих преданных. Вы можете проверить меня, проверить мой пульс, и вы поймете, что я абсолютно ни о чем не переживаю. Я спокоен. Хотя на мне много обязанностей. Потому что в действительности, если бы переживания могли разрешить проблемы, я бы переживал. Но я знаю, что это абсолютно бесполезно. Итак, когда Сурдаджи исполнил 125 лет, он приготовился оставить тело. Он лежал на кровати, но не лежал распростершись. Он лежал в дандавате, то есть он лежал на животе, как будто бы совершая поклон. Когда Сурдас оставлял тело, преданные подумали, что ему нужно помочь, хорошо его положить на спину. Он сказал: «Не прикасайтесь ко мне, я хочу вот так лежать». «Нет, мы вам поможем, будете хорошо лежать». «Нет, я всю жизнь обнимал Браджадхаму, то есть вот так вот лежу на животе. А почему же я оставляю тело, буду лежать на спине?» Я лежа на животе, обнимая святую Дхаму. Всю жизнь я делал так. А зачем же почему-то в момент смерти я на спине буду лежать? Посмотрите, какой любовью он обладал. Прошло уже больше 550 лет со времени, когда жил Санатана Госвами. Но по сей день браджаваси плачут по нему. Они бреют головы в день Гуру Пурнимы, когда Санатана Госвами оставил тело. В память о Санатане Госвами они делают это. Я как раз рассказывал Харикатху на Гауру Пурниму и говорил вам о Баре Бабе, то есть имеется в виду Санатане Госвами. Вся парампара, которая происходит по родственной линии, все они бреют головы. В память о Санатане Госвами. И каждая жила в моем теле воспевает святые имена Браджаваси. Когда я Я никогда не забуду то, как во Вриндаване Браджаваси давали мне пожертвования, давали чапати, давали прасад.
эти их пожертвования не сравнятся ни с чем. И каждый день я приходил в дом одного Браджаваси, там Матаджи давала мне достаточно чапати. А когда я не приходила, она плакала, говорила: «Почему ты не приходишь? Я для тебя вчера вот оставила параманию, сладкий рис, а ты не пришел». Это старая женщина Браджаваси. Так, такой глубокой любовью они обладают. И Санатана Госвами постоянно обходил Браджадхаму. В какую бы деревню он ни приходил, Браджаваси очень радовались ему. Они спрашивали: «Почему ты так долго не приходил? Столько времени прошло, мы так скучали по тебе. Скорее заходи, у нас молоко есть, сейчас мы тебя напоим». Нам не понять их любовь. Тут я выгляжу как ачарья. Я не ачарья, но я действую как ачарья. Но там я таковым не являлся. Я там был нищим. Я собирал подаяние. Они давали мне йогурт, давали что-то поесть. Если вы хотите войти в Браджалилу, в Браджадхам, нужно думать о себе как о насекомом, как о жуке в Браджадхаме, как о каком-то насекомом. Когда вы ставите укол в руку, лекарство распространяется по всему телу. То есть, когда вы идете на парикраму, нужно отдать себя полностью Святой Дхаме, и тогда Браджаваси примут вас как своего родного родственника. А если вы с высокомерием придете, думая о себе как о человеке высокого происхождения, они не примут вас как своего, как родного. А там я был не больше, чем попрошайка, и поэтому они принимали и любили меня. Все, что бы ни происходило в моей жизни, всегда было вовремя. Все, что было сделано по милости Бхагавана и было сделано вовремя. Как, к примеру, как я занимался публикацией книг. Я писал книги, редактировал их ночи напролет. У меня была такая концентрация, что я не замечал, если там кто-то из насекомых по мне пробегал. День и ночь, денно и ночно я работал над книгами. И зато теперь столько книг издано. Я понимаю, что все, что сейчас происходит в моей жизни, все это делает Бхагаван, все это Бхагаван выбирает для меня. Санатан Гасай ходил от деревни к деревне. В какую бы деревню он ни заходил, Браджаваси плакали: «Почему ты так долго не приходил?» А Санатан Гасай спрашивал, как у них дела идут. «Ты свою дочь выдал замуж?» То есть, казалось бы, материальные вопросы, но они абсолютно не были таковыми.
Ну как, выдал замуж дочь? Да. В какую деревню? Вот там-то, в такую-то. Вот там все в порядке. Дом, земля есть. Да, все есть. И почему Санатан Гасай задавал все эти вопросы? Потому что он чувствовал, что он член каждой семьи Браджаваси. Куда бы я ни приходил, я также чувствовал, что я член их семьи. Между нами не было никаких барьеров. То есть я чувствовал, что я один из них, а они также воспринимали меня как своего. Много всего можно вспомнить. Но сейчас я хотел бы вернуться к главному моменту, к нашей теме. Гауранга Махапрабху остановился на Акрура Гате. И кто-то сказал, что Махапрабху принял решение отправиться во Вриндаван и по пути встретился с Санатаной Госвами. Когда произошла их встреча, Санатан Госвами увидел, что за Махапрабху идут тысячи людей. И он думал, что для Махапрабху не будет возможным спокойно насладиться присутствием во Вриндаване. И в то же время это неправильно, когда приходить во Вриндаван такой огромной толпой. Потому что Вриндаван очень уединенное место. Это место, где нужно быть в единении. Махапрабху проходил границу Бихара. Затем из-за присутствия такого огромного количества людей он не был ему покоя, испытывал беспокойство. Он обратился к Санатане Госвами: как мне идти во Вриндаван, когда со мной такая толпа, они все идут за мной? Ведь это неправильно. Вриндаван очень уединенное место, где Кришна находился, где Кришна проводил свои сокровенные лилы. Я бы тоже хотел пойти туда один, в тишине, в уединении. Я не смогу не прочувствовать ни Ямуну, ни Говардхан. Как это возможно, когда с тобой такая толпа кричащая? И Санатан Госвами посоветовал ранним утром
Просто отправляйся один, беги один, так, чтобы никто тебя не догнал. Он так и сделал. Утром, когда все проснулись, стали искать Махапрабху, но он уже давно убежал. Потому что иначе они бы все пошли за Махапрабху. И он... Махапрабху подумал, что если я пойду один, или один-два преданных могут пойти со мной, иначе будет слишком сложно. И вот таким образом он пошел, как я вам рассказывал, что через лес Джариканда лежал его путь, где животные, дикие животные, дикие звери, видя его, начинали танцевать. Махапрабху принимал омовение в пруду и брызгал на слонов с возгласами «Харибол», а слоны вторили ему. Махапрабху находился в сердцах крокодилов, змей, тигров. Поэтому нечего было переживать, что змея укусит его, потому что сам Кришна пребывал в теле змеи. Когда я совершал парикраму, также в любой момент могла приползти змея. Однажды Шьон шел в Камьяван. И кто-то мне сказал, что вот в том году змея укусила одного бабу. Он спал где-то на каком-то возвышении и захотел в туалет, стал спускаться и наступил на змею. Змея укусила. Он схватил змею и побежал в Браджаваси, чтобы... отыскать кого-то, кто мог бы помочь. То есть он-то на возвышении спал, а я всегда внизу спал, поэтому в любой момент меня могла укусить змея. Но этого не происходило, потому что я твердо верил в Гурудеву, который что он защищает меня. Я знал, что если змея приползет, она не укусит, она не сделает ничего плохого. Потому что в змее находится Господь. И в змее находится Господь. Поэтому что Кришна делает? Он дает вдохновение. То же самое случай с Махапрабху, когда мусульманин хотел мусульманский царь хотел, правитель хотел разрушить храмы преданных. Шивас очень боялся, он испугался, что это произойдет. Но Махапрабху пришел и сказал: «А ну, открывайте нараспашку все двери в храме. Чего ты боишься, Шривас?» Потому что они могут прийти и разломать все храмы. Если я вдохновлю этого мусульманина в сердце, то он сделает это. Ну, то есть кто он сам такой, чтобы сам прийти, собственно, воле? Тогда Шривас Пандит понял, что Махапрабху говорит истину, что Махапрабху — это сам Кришна, который находится в сердце каждого, в вашем сердце, в сердце каждого. Нет такого сердца, где нет Кришны. Нет такого человека, в чьем сердце не находился бы Кришна, потому что он вездесущ, он повсюду. Mahaprabhu like to come out from this
Если Махапрабху захочет выйти из куска металла, он выйдет, потому что и там Бхагаван находится. Он всюду. Махапрабху, Кришна повсюду, как Брахма. Завтра я расскажу о том, как Шукадева Госвами испытывал единение, чувствовал единение с Брахмой. Он чувствовал, что Брахма повсюду, что он един с Брахмой. Бхагаван находится повсюду. Именно поэтому, когда Хираньякашипу закричал: «Где твой Бхагаван? Где он?» Прохлад ответил: «Он повсюду». Повсюду? И в этой колонии? Да, и в этой колонии. Где он? Где этот Бхагаван, который наделяет тебя разумом, умом? Тот, кто сотворил тебя, тот, кто защищает тебя, тот и дает мне разум. Не хватит говорить глупости. Где твой Бхагаван? Бхагаван повсюду. И в этой колонии тоже. Да, и в этой колонии. И Хираньякашипу с силой ударил по колонне, а из колонны вышел Нарисингхадев. Он вышел, чтобы доказать, что слова его преданного истинны, что он находится повсюду. Бхагаван может быть, присутствовать даже в пылинке. Поэтому о чем переживать? Почему вы чувствуете себя беспомощными? Бхагаван повсюду. Пусть он играет со мной. Пусть играет, а я посмотрю, чего он хочет. Итак, когда мы должны прийти во Вриндаван и выражать почтение каждой пылинке, каждому кустику, каждой травинке, и осознавать, что я падший, а Кришна повсюду. С такой концепцией, с таким пониманием необходимо совершать парикраму. Приходить в Дхамму необходимо с таким настроением, а не переполненным ложным эго. Завтра я расскажу о том, как Балабхадра Прабху получил даршан Кришны. Мы поговорим об этой истории, когда все рассказывали Махапрабху, что Кришна вновь пришел во Вриндаван, Кришна проявился. Они рассказывали Махапрабху, но не понимали, кто перед ними. Таково устройство майя. Все это делает майя. Итак, если вы хотите пересечь материальный океан хорошо, с комфортом, надо принять прибежище Нитьянанды и Гауранги. И денно и ночно повторять «Кришна, Кришна, Кришна». Тогда я обещаю, что вы достигнете успеха. Вы не нужно ничем другим заниматься, никакой другой
другими делами, ни политикой, ничем бы то ни было еще. Итак, если вы будете следовать тому, что я сказал, именно в этой жизни вы достигнете успеха. Завтра мы поговорим о Балабхадре и Махапрабху во Вриндаване.